Всех приветствую на нашем канале. Кто смотрит наш канал, знают, что у нас на канале не только рецепты, много видео о наших поездках с полезной информацией, а также о нашей жизни и о нашем приусадебном участке. Во всех видео есть субтитры, и вы можете посмотреть видео с субтитрами на своем родном языке. Всех приветствую на нашем канале. Сегодня готовлю ужин. Отбивные из куриной грудки, сочные, не сухие, под сыром, рис с овощами и обычный травяной салатик. У меня уже вымытая, подготовленная грудка куриная. Сейчас буду ее резать. Режу я ее пополам. Накрываю пленкой, чтобы брызги не летели в разные стороны, и отбиваю. Переворачиваем. Если здесь пленка сильно плотная, можно надрезать. И снова накрываем. И снова отбиваем. Всю нашу грудку мы приготовили, можно накрыть пленочкой и убрать. Если есть время, пусть постоит, если нет, то в принципе можно сразу приступать к жарке. На гарнир будет у нас рис с овощами. Рис кидаю промытый уже в закипевшую воду, он так быстрее скатывается. Лук поставила уже обжаривать. Овощи можно любые. Я буду делать с луком и с маслинами. Можно и оливки, можно и перец болгарский. Кто что любит. Так, все обжаривается. Маслинки разрезаю. Можно колечками, можно дольками. Лук обжарился, добавляем маслинки. Маслины добавили, теперь добавляем лук и зелень. Немного прогреваем зелень и выключаем. Наш рис почти готов. Забыла сказать, что бросила лаврушку. Воду, естественно, посолила. Сейчас еще 5 минуточек и рис сливаем. Рис готов, я его слила, и теперь заправляю нашей поджаркой. Все, перемешиваем, пока рис горячий. Он сейчас все это маслица в себя вберет. Будет шикарный. Пока у нас все готовится, я достала это домашний салат, но уже он на холодильнике полежал. Небольшой лайфхак вам, чтобы освежить зелень. Убираете корешки или обновляете срезы.
и холодную воду на полчаса достаточно даже. Она напитается, будет свежая, хрустящая, как только с грядки. Сейчас я ее замачиваю, тоже можно кинуть даже лед, только со льдом осторожно, чтобы он не заморозил, не обморозил молоденькие листочки. Так, что нам еще понадобится для отбивных? Сыр я натерла, подготовила и нарезаю помидорки кружочками. Берем наш замаринованный кусочек в муку. И в яйцо. Огонь средний. Прикрываем крышкой, оставляя небольшую щель. Как только они подрумянились, переворачиваем. Сразу выкладываю помидорки. Посыпаю сыром. И закрываю крышкой. Грудка у нас поджарилась. Пересушивать не нужно. Снимаем. Ну все, наш ужин готов. Салат совсем простой. Салатные листья плюс редиска. Салат заправила своим соусом. Ссылочку на приготовление соуса я оставлю в описании под видео. Готовьте с удовольствием. Подписывайтесь на канал. Будет много еще интересного. От рецептов до путешествий. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. До новых встреч.